Информационную картину дня дополнят новости спорта в студии Марина Азябина. Здравствуйте. Мы уже рассказывали, что игрок глазовского прогресса Владимир Разуванов был вызван в состав сборной Украины для участия в основном раунде квалификации на Евро-18. Владимир забил решающий гол в ворота сборной Хорватии, благодаря чему украинцы заработали путевку на европейский турнир. Что касается сборной России, где выступает наш земляк Дмитрий Лысков, она также пробилась в финальную часть континентального турнира. И еще приятные вести на этот раз из Зеленограда с международного юношеского турнира по греко-римской борьбе. В нем принимали участие команды из Беларуси, Латвии, Израиля и России. Всего 297 юных борцов. И среди них не затерялся спортсмен из Воткинска Никита Секерин. Он весит до 59 килограммов, выиграл золотую медаль. Еще два наших земляка, Вадим Перевозчиков и Дмитрий Мымарин, попали на этом старте в десятку сильнейших. Вернулись наградами дартсмены Удмуртии в электростале на чемпионате страны. Они выиграли две медали. В личном разряде отличилась Наталья Фефилова. Она была третьей. Третьими были только в парном турнире и две живчанки – Марина Кононова и Ирина Вичужанина. А теперь мы познакомим вас с героями первенства России по морскому многобою. Турнир прошел в Новороссийске, и спортсмены Удмуртии выиграли там 8 наград самого разного достоинства. Это первый серьезный успех атлетов в их спортивной карьере, я не уверена, не последний. 11-летняя Малика Сагаипова этим видом увлеклась недавно. Говорит, интересно. В многоборье есть и стрельба, и плавание, и бег, а также гребля на ялах и парусные гонки. На первенстве же страны Малика выступала пока в двоеборье. Это плавание и бег. И выиграла она в Новороссийске две медали – золото и серебро. В беге я была вторая, а в плавании первая. Ну и в плавании я улучшила результат намного. Надо иметь терпение, силу воли, просто силу. Ну и огромное желание побеждать. Ну, да. О чем теперь ты мечтаешь? Ну, просто чтобы стать чемпионкой России лично. С победы вернулся домой и Георгий Фоминых. Он увлекся морским многоборьем с прицелом на будущее. Ему, как и большинство его друзей, придется идти служить в армию. Вот там-то навыки, приобретенные в морском многоборье, им и пригодятся. Как выяснилось, многие ребята хотят поступать еще и в военно-морские училища. Мальчишки могут поступать уже в военные академии. У нас сейчас с Российской Федерацией морского многоборья есть соглашение, что ребята, которые учатся, которые показывают результаты хорошие мастеров спорта, они могут на льготных условиях поступать в Нахимовку. Могут в военные училища поступать. Мне интересно это делать тем, что... Ну, вот мне это, во-первых, просто нравится делать. И, ну... Нравится получать призы. Всего на счету многоборцев Удмуртии 8 медалей, как в личном, так и в командном первенстве. Наставники говорят, впереди еще старты. В середине апреля матчевая встреча в Воткинске, в мае – всероссийский турнир в Кирове. Задача – вновь зайти на пьедестал. К другим новостям. В эти дни в подмосковном Раменском проходит первый просмотровый сбор баскетбольной команды, которая будет представлять Россию на Всемирной летней универсиаде 2017 года в Тайбее. В составе национальной дружины два представителя удмуртских вузов. Это студент ПТГУ Евгений Наговицын и сельхозакадемии Роман Вичужанин. Пожелаем удачного отбора. На днях из Самары с турнира по хоккею на Кубок Третьяка вернулись юные шталевцы 2006 года рождения. Они стали серебряными призерами. Татьяна Мальцева встретилась с мальчишками и узнала, удалось ли им взять автограф у легендарного вратаря. Удалось получить автограф от Третьяка? Да, получил я автограф. Там такая толпа была, что все брали автограф и... Нас протащили, и мы взяли автограф. Эта памятная фотография была сделана во время автограф-сессии с легендарным вратарем. Для ижевских мальчишек турнир за кубок Владислава Третьяка – первый серьезный в карьере. Так получилось, что участвовать в нем изначально вообще не планировали. Попали мы на него, конечно же, случайно. У нас так получилось, что трактор челябинский не смогли поехать в силу того, что дети заболели. И Федерация хоккея России пригласила нашу школу. Если попадание на этот старт было случайным, то результат, показанный там, был абсолютно закономерен, рассказывает наставник ижевчан Алексей Иванов. Мы в этом году как бы начали принимать участие на первенстве России, регион Поволжья. То есть три турнира провели в ноябре, в январе. И вот буквально, я говорю, неделю назад приехали из города Пенза с финала первенства России, где заняли четвертое место. Недельку отдохнули. Все победы на групповом этапе. В играх на вылет юные шталевцы добрались до финала, где проиграли по буллитам сверстникам из Салавата Юлаева.
которых, к слову, на этом же турнире обыгрывали. Этот самый первый поединок им запомнился больше всего. Салавату Милаеву первая игра, когда мы их побыли, там 3-2 выиграли. Ну, наверное, поэтому в финале немножко думали, что раз мы один раз выиграли, значит, и второй сможем. Да, такое было. Серебряные медали – достойный итог этого сезона. Кроме того, за второе место во всероссийских соревнованиях мальчишкам присвоят третий спортивный разряд. Сегодня в Гонконге стартует чемпионат мира по велоспорту на треке. В течение 5 дней сильнейшие спортсмены планеты будут состязаться в командных индивидуальных видах программы. В составе российской сборной выступят на этом турнире 2 гонщика из Удмуртии. Это Сергей Шилов и Александр Васюхно. Любителям бега и здорового образа жизни не до отдыха. Они приняли участие во флешмобе «Бегущие огни», который проходит по всей России каждый месяц. Его участники пробежали по набережной Ижевского пруда 2 километра, привлекая тем самым жителей города к спорту и здоровому образу жизни. Это была последняя информация выпуска. До свидания.